я был модератором круглого стола «Новая повестка дня в информационной и культурной политике России и роль НКО, некоммерческих организаций». Это та самая общественная сила, которая сегодня интегрирует нас всех вместе, которая нас объединяет. И самое главное, это та сила, которая вырабатывает смысл нашей жизни и деятельности, национальную идею. Поэтому было очень хорошо, весело, много было экспрессии. Лаки Ли мне очень понравился. Так. Своей харизмой природной, темпераментом. И вот Азия рулит. Угу. Мы вообще Россия, мы Евразия. У нас и Европа есть, и Азия. Мы поэтому мосты строим, весь мир объединим. Не дадим войне ни одного шанса. Скажите, почему вас волнует так проблема международных отношений, проблема войны? Потому что большинство современного человечества даже не волнуется по этому поводу. Почему вас трогает? Серафим Саровский сказал, что спасись сам, и тысячи вокруг тебя спасутся. То есть формула мира – это вначале мир в душе обрести, в мир сердца и гармонию. Когда это к нам приходит, мы можем это везде сеять, разумное, доброе, вечное. Мы сеятели. Мы на самом деле, меня это волнует, потому что хочется, чтобы все были счастливы, и чтобы не лилась кровь, и чтобы не лились слезы матерей, которые потеряли своих сыновей. А скажите, пожалуйста, вот мюзикл «Lucky Lee» «Beast and the Beauty» сможет посеять добро среди окружающего населения, среди разных стран? Может ли это привлечь внимание общественности, влиять на исторический ход событий? Или это абсурд? В вашем вопросе заложен ответ. Конечно, безусловно, абсолютно. Дело в том, что красота мир спасет, как сказал Достоевский. Так. То, что делает «Lucky Lee». Мы вместе мир спасти должны. Мы вместе, вместе мы сильны. Together, your hand in my hand. Together, we can make a stand. Мы с миром к вам идем, друзья. Войны нам допустить нельзя. Together, we will build new land. Together, we will make the plan. Together, we will fly so high. Together, never say goodbye. Together, we will start life new. Together, this is what we'll do. Пришли из России мы, девчонки. Красивые сказать, не хотим войны, хотим быть счастливыми. Вперед вам любовь несем, земля наш прекрасный дом, его вместе сохраним. Объединение мощи, красоты России. Понимаете, такие девушки с улыбками дефилируют по Манхэттену. И они несут славу и мощь России. А что вам, что вам понравилось больше всего? Лаки, ты просто лаки гай, лаки бой. Я притворяю лозунг «Красотки спасают мир». Beauty save the peace. Абсолютно, мы с этим согласен. И причем ничего для этого не надо быть, только оставаться красивым. Да, и все. Да, да. И все, смотришь на них, уже никакой войны не хочется. Абсолютно. Вот так вот мы все вместе будем, на самом деле, потихонечку
гармонию водружать, и знамя мира рано или поздно над Белым домом водрузим. Скажите, можно назвать Лаки послом мира? Так он и есть, де-факто. Ambassador for Peace, он, как бы сказать... А как получить статус, кстати? Я сегодня назвал Лаки даже не послом, а пророком мира. Пророк мира. Мессенджер, мессенджер. А как получить? Так, а, так... а мы обязательно официально сделаем. А я значок еще. Хочу подарить вам значок. С удовольствием. Заходите на сайт. Да, обязательно на сайт. Голосуйте за мир. Только за мир. For peace. For peace. Голосую за мир. Чтобы костюмчик сидел. Вот это очень важно. Спасибо, что поправили. Спасибо. Вместе творим. Добро.